Ну, я родился в городе Шахоне. У меня папа, Павел Федорович Бородин, он был начальник Омск-Элеваторстроя до войны. Он имел все права на освобождение, так сказать, от войны в 1941 году. Но его старший брат Никита Федорович Бородин, знаменитый полководец, друг Молотова, Кагановича, в Ростове-на-Дону он жил. Был он командир конной дивизии. Он попал в плен, и отец пошел туда. Вот. Был 2,5 года в плену отец у меня. И когда освободили, в 1945 году американцы его освободили. Он там 6 раз бежал, но его освободили американцы. Он приехал в Шахуни, там у нас. Мы там жили в домик такой, вот эта комната больше, чем тот дом. Вот, у нас было, так сказать, 2 сестренки, потом я родился. Вот. Но потом, поскольку он был в плену, его всем посадили. Когда он отсидел 5 лет, из 6, которые мы давали, Сталин умер, его сразу освободили, реабилитировали, попросили вернуться в партию, но он уже никакой был там, так сказать. Ну и сестренка у меня, Наташенька, родилась в 1954 году. На первый путь ничок не скорый, и пассажиры вышли на перрон. Кто провожает, а меня встречают. Я покидаю теплый свой вагон. Шахунья, здравствуй, станция моя. Шахунья, здравствуй, здесь мои друзья. Шахунья, здравствуй, я вернулся вновь. Шахунья, здравствуй, юность и любовь. Шахунья, здравствуй, станция моя. Шахунья, здравствуй, здесь мои друзья. Шахунья, здравствуй, я вернулся вновь. Шахунья, здравствуй, юность и любовь. В 1947 году уехали в Фирстово Омской области, где вот раньше отец работал. Потом уехали в город Кызыл-Тувинская ССР в 1949 году. Мне там было 3 года. Вот. Мы жили у родственников, у солдатовых. Там было 3-4 комнатки, кухня-столовая и 3 комнатки мы там жили. Потом еще 2 комнатки построили, там стайку, там была корова, гуси, утки, свинюшки, подвал, огород во дворе, баня во дворе, туалет во дворе, 2 комнаты, потом еще 2 комнаты. Горшки были, то есть ничего не было там, так сказать. Я пошел на работу в 6 лет. Меня мама отправила на работу в 6 лет. Я пропал в грядке 2,5 месяца. Заработал 17 рублей на руки. Ну, так-то больше, там где-то 19 заработал, а так 17 рублей на руки заработал. Вот. Каждое лето работал. Сосед заболел, мне дали путевку, и я, так сказать, вот, был в пионерском лагере города Кызыл 1 раз. В 1964 году, когда я закончил, я там, так сказать, единственный отличник был в Кызыле. Вот, все, теорию поля, там, математику, все сдал на 5. Я, когда закончил в 1960 году, я поехал в город в Москву. Один день ехал на автобусе Кызыл-Абакан и 5 дней на поезде Абакан-Москва. Поступил в Московский институт химического машиностроения. Тогда это был 1 вуз в Европе, квотный вуз. Учились 2 француза, 2 немца, 2 англичанина, 2 болгарина, 2 венгра, 2 китайца, 2 итальянца, 2 испанца, 2 португальца, 2 поляка, 2 вьетнамца, 2 китайца. Все, на 5 я сдал. Но я учиться не мог, потому что я работал. Штукатур, маляр, грузчик, водитель, все там, каждый работал. Мне потом отчислили, я в город Ульяновск уехал.
Приехал, плаваю на пляже, ко мне подходит Абарданов, начальник департамента сельхозничества, говорит, вы кто, пловец? Нет, я говорю, я баскетболист. Баскетболист? Давайте к нам в сельхозинститут. Я поступил на экономический факультет, все на 5 сдал. Вот. Работал там грузчиком в основном, штукатуром, маляром, там и учился. Все, единственный отличник был я там в сельхозинституте. Просто не на что было жить. Работал как вол. Вот. Мне потом, когда я закончил сельхозинститут с полным отличием, мне предложили работать преподавателем в институте. Я отказался, поехал в Калининград. Объехал весь Калининград там, но никто даже комнату не давал. Я вернулся, стал работать преподавателем. 72-й год был. Я уже женился, доченька у нас родилась, супруга Валентины, вот, Катенька. Вот мы, так сказать, в 70-м году мы поженились, у нас дочь родилась. Вот, я был там, тренером, студентом, грузчиком, маляром, прочее, так сказать. Потом я вернулся в Ульяновск, работал год преподавателем. Ну, потому что там зарплата была копеечная. Все равно я работал грузчиком каждый день. Пригласила меня сестра в поселок Куснера. Это полюс холода. Минус 68 зимой, плюс 47 лет. Там как зарплата, будь здоров. Я туда пришел, меня направили в Куснеру, я там Индигир золото приехал. Меня отправили на прииск. Там были только чумы. Там даже, я говорю, так как у меня жена, дочь. Нет, ну вот, мы не можем. Я вернулся в Уснеру, сел на автобус, поехал в Сусуман, Магадан. Пытался везде устроиться. Но нигде даже квартиру не давали. Так что там вернулся обратно в Уснеру, пришел в Верхний Игиш, геологоразведочную экспедицию. Добраться до Уснеры можно двумя способами. На самолете из Якутска лететь около 2 часов и на машине по трассе Колыма. Здесь на путь уйдет свыше 12 часов. Если выбрали первый вариант, то не забудьте еще до вылета заказать себе такси. С виду поселок ничем не отличается от маленького якутского городка. Вот каменная школа, вокруг небольшие домики, деревянный музей, местный шедевр зодчества. А вот почта, приветы Советского Союза. И все это построенное приезжими буквально за пару лет. Меня забрали экономистом, нормировщиком ремонтно-строительного участка Верхнеегишской районной экспедиции. Я стал работать там в 93-м году. Значит, построил первое жилье благоустроенное полностью. Там это был шок, потому что пришел Клещейко Виктор Павлович, первый старый кома, в 1974 году, как, говорит, тут все у нас живут в бараках и сараях, а вы тут такие дома строите? Принял меня в партию. Я построил, когда там все это, меня начальником СМУ назначили, потом приезжает Ворон Иван Демьянович, он сейчас был замминистра геологии СССР, тогда был начальник Якутской геологии, приезжает, тоже посмотрел, благоустроенных 6 домов деревянных на 1,40 м над уровнем земли, полностью благоустроены, вода, канализация, душевые, там, ванны, туалеты, все, он как посмотрел, говорит, как, мы все живем в бараках, сарах и палатках, а вы тут такие на полюще дома ходите, взял мне начальником сразу СМУ в 76-м году. В 79-м году меня выдвинули замгенеральтора Якутгеологии. Тогда это была третья в Советском Союзе по мощности геологическая экспедиция. Первая была главтюмень геологии, около 100 тысяч работающих. Вторая была Министерство геологии Украины, 32 тысячи работающих. Третья года была Якутгеология, 26 тысяч работающих. Равнин Лев Иванович, светлому память, министр геологии СССР, говорит, вы какого суда пацана привели? Это было 10 ноября 79-го года. Этому пацану только что исполнилось 33 года, у меня 25 октября день рождения. У нас начальником отдела становится 40-45, замгенерального директора 45-50, генерального директора 50 и старше. Какого срока пацана привели? Не утверждал меня. Потом в январе 80-го года идет коллегия МинГео СССР. Козловский, очень уважаемый новый человек, Александрович, приводит коллегию и говорит, СССР, коллеги всех, там никто не строит, ни на Украине, ни в Казахстане, никто, он говорит, Равнин, у вас хоть есть одно объединение, которое строит? Он говорит, вот есть Бородин. Я сказал, что мы строим 45 поселков, Ромаме, гаражи, строим жилую страну. Козловский говорит, как? На полюсе холода такие городки строите? Выходим, Равнин говорит, что ты хочешь? Я говорю, Волгу. Он позывает начальника, только быстро Волгу продать.
Я говорю, так еще вы меня утвердите. Да-да-да, я подпишу сейчас все постановление. 45 поселков там мы построили. Вы не представляете, что там было, там как люди жили. В бараках, сараях, палатках жили, там, так сказать, на полюсе холода. Потом меня вызывают в обком и направляют в Хабаровскую высшую партийную школу. Но я когда проработал уже 3 года зам генеральной кутгеологии, мы там, у нас было 26 тысяч работающих, 6 тысяч строителей, мы 45 поселков строили. Потом у курса около 75 миллионов долларов был годовой оборот. И направили в Хабаровскую высшую партийную школу. Там я был единственный отличник. Год получился очно, потом меня забрали, отправили в Вилюйский район. Там был числился вторым райком, потом председателем райисполкома. Но фактически я занимался строительством газопроводов, газопромыслового хозяйства. Это, так сказать, две нитки 140 километров, Кызылсыр-Вилюйск, и нитка 680 километров над уровнем земли на 1,40 м на сваях. У меня был персональный вертолет Ми-8. Я летал каждое утро. Тогда туда приехал министр народного образования Ростовым, хороший человек. Пошел в детский приют, который был в Вилюйске. Там дети жили в конюшне. Он меня вызывает. Это что такое? У вас дети в конюшне живут. Я говорю, ну я просто, вы знаете, я занимаюсь строительством газопроводов, своему хозяйству, я тут практически не бываю в Вилюйске-то. Ну-ка, давайте мне все сделайте. Мы там все сделали с газовиками, все там построили великолепный детский дом. Супруги Бородины впервые пришли в детский дом в 1975 году. Работая в Якутии, они получали по 600 рублей на человека, в то время как средняя советская зарплата была около 120 рублей. Вот и решили поддержать малышей. С тех пор регулярно помогают детским домам в России и Беларуси. Но этого дома не было бы вовсе, если бы Бородины в буквальном смысле не сделали его своими руками. Валентина Александровна не без поддержки мужа создала благотворительный фонд «Отчий дом», на средства из которого из полуразваленного детского сада в московском Кунцево был построен первый негосударственный пансионат семейного типа. Есть и второй такой пансионат, на 5 лет моложе этого, и он тоже принадлежит благотворительному фонду. Все-таки человек нуждается в доме, именно в доме. В доме, потому что дом несет запах, дом несет тепло, дом несет какие-то свои привычки, обязанности, чувство долга, ну все, что, из чего мы все с вами выросли. Пансионат семейного воспитания означает, что жизнь здесь совсем не такая, как в обычном детдоме. Под одной крышей 8 квартир, 8 воспитательниц, у каждой из них до 10 ребят. Мамы постоянно живут с детьми, готовят, стирают, помогают делать уроки, читают на ночь сказку, все как в нормальной семье. А вот своей семьи воспитательница, как правило, не имеет. Это условие приема на работу. Все тепло и любовь женщины должны отдавать этим детям. Есть много хороших людей. Вот раньше и помогали мне и Фридман, и Авин, и Потанин, и Прохоров, и, так сказать, Виталий Машицкий, золотой человек, до сих пор помогает. Гинер Женечка помогает, уже он детский дом в Одинцовске построил. Тогда помогали все. Один знаменитый помощник приходит к Путину и говорит: надо же, Бородин содержит 25 детских домов в России и 10 в Белоруссии. Тратит на них ежегодно 5,2 миллиона долларов. Сколько же он себе берет? Слушайте, маразматизм, понимаете? Люди помогали, все помогали, покупали машины, оборудование, и там, так сказать, автобусы, и делали ремонт, и мебель обставляли, все, деньги давали на отдых в летом, прочее, прочее, все детские дома. Я говорю, все помогали тогда. Вот Виталий Машинский до сих пор помогает. Гинер Евгеньевич до сих пор помогает. Помогает и Олег Перов, и Агит Юсуфович. Когда мы к ним обращаемся, сюда он там помогает. Помогает и Сечин Игорь Иванович, который у меня работал, так сказать, еще управляющими делами, тоже он там помогает. Помогают они, когда обращаемся, помогает. Людям помоги, ближний Бог тебе поможет. Thank you.
Нам надо строить и детские дома, и приюты для престарелых семейного типа. Вот в Кунцево, Одинцово 6 квартир и 8 квартир в Одинцово. Там дети живут в семье, они ходят в детский сад, в школу, в колледж, забивают, мы пробиваем квартиру, обставляем, помогаем все. В семье человек живет, там мама, кухня, столовая, квартира. Все там, понимаете, спортивный комплекс, там, так сказать, и развлекательный комплекс, там, и концертный комплекс. То есть это должна быть государственная политика. Надо не торговать детьми, как некоторые товарищи у нас, а помогать детям. Это все политика. Я это все объехал и на Аляску всю, и Японию всю, и Китай весь, и Германию всю, там, так сказать, и все это, и в Италию. Все это в руках государства должно быть. Это Путин сейчас прекрасно продемонстрировал, когда он дает помощь обездоленным многодетным семьям тоже. У меня тоже многодетная семья, так что у нас было 7 детей, сейчас 6, 8 внуков. Я вот с 1975 года занимаюсь детскими домами, мы уже 1000 детей вывели в жизнь. Вот недавно была на 30-летии одной своей воспитанницы. На свадьбу ходим, да. Этик недавно вышел у нас, вот мне звонил, у него было 5 лет, как он попал в наш дом. А сейчас он уже вышел, он звонил, сказал, что я очень благодарен, это самые лучшие годы моей жизни. Он работает, тоже работает в банке, учится в институте вечером. Девочка одна закончила медколледж, она работает старшей медсестрой. Девочки учатся в институте. Одна закончила девочка Плехановскую академию, работает в банке. Вторая закончила банковский колледж, сейчас учится в институте, тоже работает в банке. Мальчик, который работает в домоуправлении, с лестрем или кем-то там. Очень немногие воспитанники типовых детдомов, повзрослев, становятся хорошими мамами и отцами. Дома Бородина и в этом смысле исключение из правил. Здесь дети уже в 10-13 лет не просто мечтают, а точно знают, какие у них будут семьи. Мне всегда раньше говорили, сейчас как-то меньше общаемся с прессой. А зачем им такой уровень жизни? Потому что такой уровень они его должны нести дальше. И они почти все его принимают и... Свои дома делают достаточно уютно. Моя семья будет состоять из 4 человек. Старшая дочка, приемная, и мой ребенок. Еще будут 2 мальчика из детского дома, тоже приемные. Мне хочется помогать людям, у которых нет семьи. Судьба любого ребенка, если ее рассказывать, она очень трогательна. Она трогательная. Я не могу делить детей на кто больше меня тронул. Допустим, Юля, которая с обожженным лицом, и которой мы делали операции, это очень трогательная судьба. Поэтому судьба каждого ребенка, абсолютно каждого. Мы хотим, чтобы ту судьбу, которая была сложная, чтобы мы ее хотим закрыть и начинать сюда. Здесь мы уже больше 100 детей в Москве вывели в жизнь. Квартиры помогли, все там. Есть так случаи, но это бывает 1-2, там не больше случаев таких, как это там что-то там. Или сын там у нас был вора, там он сидел в тюрьме, там что-то еще там. А так-то вообще-то все это супер. Ребенок в семье живет. Что для вас Россия? Это земля, на которой будут жить ваши внуки и правнуки? И внуки, и правнуки, и праправнуки, и прапраправнуки будут жить. Никуда мы не можем никуда уехать. Я никогда не могу не уехать никуда. Я всю жизнь живу для нашей страны, для наших людей, для наших детей. Мы каждый год собираем ветеранов, каждый год собираем футболистов, каждый год вдов собираем футболистов. Каждый год мы все праздники проводим, помогаем им там. Делаем подарки, все там, финансы помогаем, все. Помоги ближнему, Бог тебе поможет. Все в жизни от Бога. У нас веры разные, молитвы разные, религии разные. Все равно Бог-то один. Он нас здесь вместе собирает и все нам дает. Все от Бога в жизни.